В нашем городском музее открывается выставка «Калейдоскоп». Это персональная выставка Светланы Вениаминовны Дмитриевой, на которой представлено 67 работ в разных направлениях. Это живопись, это графика и стеклоплавление. Выставка называется «Калейдоскоп». Именно потому, что здесь собраны разные работы, нет такого определенного стиля. И тем более, что я увлекаюсь и живописью, и графикой, и стеклоплавлением, и есть гравюры по картону. Такая разносторонняя выставка. Хотелось бы, конечно, там с молодых лет выработать какой-то определенный свой стиль и почерк, и потом уже как бы, чтобы эти твои работы были узнаваемы. Но жизнь складывалась так, что было все интересно. Во мне всегда жил какой-то такой Том Сойер, хулиган, экспериментатор, который хотел и то попробовать, и это испытать. И из этого сложилась вот такая разносторонняя выставка, может, разноперая очень, но с другой стороны, наверное, интересная. Поэтому тут как бы два начала, скажем, может быть. Очень необычно, когда видишь, как человек работает во всяких таких экстравагантных техниках, и теперь, когда ты видишь вот эти работы, кажется, что это совсем два разных человека. Мне очень нравится, конечно, безумная эта выставка. Я была на многих выставках, там, других преподавателей и так далее. Но вот то, что вот этот преподаватель творит, красота, это просто неописуемое, конечно. Она вдохновляет. Мне хочется самой еще попробовать, спросить, как это делается. Потому что многих моментов как бы мы еще не знаем. Так что она как бы в нас вселяет дух такой, чтобы хотелось работать и ходить даже на учебу.